Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Аджай. В этом видео покажу вам, как сделать так, чтобы игра Far Cry Primal сохранилась на вашем компьютере. Я имею в виду сохранение прохождения ваших игр. Это все делается элементарно. Находим иконку игры, нажимаем правой клавишей мыши «Свойства», «Расположение файла». Далее находим файл cpi.ini, открываем, ищем пункт «Save Patch». Находим, здесь будет у вас прописано левый компенсируемый процент, еще что-нибудь там, еще процент. Ваша задача полностью все это стереть и оставить, как у меня, пустое поле. Сохранить, да. Теперь можете спокойно играть и наслаждаться этой игрой. Файлы сохранения будут находиться там, где установлена ваша игра. То есть у меня установлена на диске D, она будет там сохраняться. У вас появится вот такая папка CPI, нижним подчеркиванием Service. И здесь будут ваши сохранения. Кому полезно мое видео было, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока!